Ну, у меня сегодня просто продолжение ответов на вопросы. Девочки, объясните мне, а где у меня каждый день выставлен ролик в течение месяца зацепило? Вот мои модераторы, может, я что-то склерозница такая, и каждый день выставляю песню зацепило? Мне кажется, нет. Ну, ребят, ну, я вот правда не понимаю. Либо вы пишите уже конкретно. Я просто такой человек, знаете, совестливый. И вот вы написали каждый день. Я воспринимаю это серьезно. Где каждый день у меня эта песня? Ну, вот такая я. Слушайте, у нас погода, если честно, такая, ну, совершенно не летняя. Завтра первый день лета, а у нас хмуро, у нас капает дождик, у нас холодно. Ну, и где за 2 месяца что-то вырастет? Поеду сегодня куплю хоть семена огурцов и думаю воткнуть в землю. Кстати, как думаете, вырастут или нет? Ну, в смысле, они вырастут, но успеют или нет? И какие лучше огурцы покупать при нашем климате?